Киберспорта водить в Инферносом. Я на хизе 20 минут АФК фармил всегда. Ну, я типа заколил, госломаем его, пофигу было. Но я напомню, что я типа на себя байтил кучу ультов массовых, причем у меня массовые ульты сдавались, не какие-то точечные, именно массовые. Это тоже важно. Black Hole меня давали в прошлой игре, и ульта Вити тоже, если что, массовые, напомню. Я не знаю, кстати. Нифига себе они злые, капец. Одного крипа заденайл. Еще не забрал. Сразу еще вытворять стали. Нифига себе. Можно хоть раз попасть? Риди. Или как там? Рифин. Не вижу ника. Здорово. Так, поджог за тупость молодого. Ой-ой-ой-ой, братишка. Неприятно, согласен. Ну, жизнь такая штука. Иногда бывает неприятно. Лучше в миле не заходить туда, Абрамс плюс этот. Лучше вообще на рейнже стоять. Вообще не комбинация Абрамс плюс пуч. Они могут спокойно хукать и убивать. Но как будто бы... Что здесь собирать надо в таком случае? Вот, видишь, уже... Когда они вместе, это плохо. Мари аккуратнее. Хук плюс Абрамс стан и все. Конечная. Я пульки возьму, чтобы мне проще было крипов добивать. Вообще на боезапас лучше сыграть на этой линии. Меня вроде бы не пробивают никак. Илка пока не нужна. Вот это... На боезапас, да? Ой. Адион. Вот он, собиратель патронов. Я еще базовый магазин куплю. Угу. Здорово. Что-то он загулял прям. Здрасте. Гореть, мальчик, гореть. Так, боезапас. Хорошо. Больше пулек надо. Мне тип теперь будет спамить ботами на твиче. Интересно, сильно. Всякую фигню там предлагают. А что я взял? Стамину? Поджог вроде бы хорошо. Вот про это я и говорил. Но мне повезло то, что я наверх сразу ушел. Нифига ты. На всех стримах ботов спамят. Ты имеешь в виду по всему твичу? Он. Нифига себе он. Неплохо так дал мне баф.
Да, как будто бы на этого героя очень хорошо смотрится эта шняга. Воодушевитель. Прям таки очень хорошо смотрится. Здрасте. Вышел, да? Нифига ты все веришь, конечно, парень. Ну ты горишь. Ну я тоже сдохну. Неожиданно и приятно как. Ультанул вовремя парень. Нужна ли мне хилка сама по себе мелкая? Она приятная на самом деле. Типа крипов зафармил на фантомке уже. Не, спирит мощи заберу себе, парня. Не, анлаки. Дэмэджа. Мало внесли. Оп. Оп. Забрал крипчика. Ой-ой-ой, такую шляпу я сейчас сделал. Самоуверенную на самом деле. Полторы тысячи. Актив релодер давай. Да. Да сдохни уже. Кстати, Абрамс, токсичная пуля очень сильно здесь нужны будут. В этой игре. И Магинес. Очень сильно нужны токсичные пули. Прям капец насколько. Здрасте. Ой-ой-ой-ой-ой. Больновато, конечно. Надо подумать. Что мне еще надо в этой игре? Устранитель эффекта, воодушевление, как оно там. Вот это больно, когда так хукает. Видимо, я любой хук так переживать не буду особо. Ничего себе, полученный урон видно. А, это не тут, это здесь. Плюс 2, плюс 15. Хорошо, прям. Оп. Ага, здорово. Как ты, излишки? Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Угу. Бибопа убил. А мне как возвращаться сейчас? Есть определенный вопрос, конечно, как мне вообще и куда убегать. Ну, поехали отсюда. А, была бы хилка, кстати, у меня было бы сейчас меньше проблем. Хилки нету с собой. Надо покупать ее. Все равно. Swift Striker плюс боезапас удаст мне, что довольно приятно. Has lived.
Тут фантомка и Хеза вместе. Я его поджег, нет? Вроде поджег все-таки. Хилку нажал. Вагон, ты же говорил, можно парировать. Чуть не спарировала нифига. Да ты угораешь. Как я его не убил? Как он на лоу хп выжил, не понимаю. Ладно, сколько денег? 1010 у меня, 1300. Ртутную перезарядку на первый спел возьму. Ты один Т3 же написал. Понял. Шмотка появилась со временем. Ладно. Смерть. Ну что, убил фантомку? Или что случилось вообще, что-то не понимаю. Да, как он пытается удрать. Ладно, впадло за ним бегать. Я бы успеть взял бы в ста, конечно, но минус урон по крипам, как будто впадло, хотя крипов можно и с другой вещи забирать, конечно. Надо... тиммейты здесь что-то делают. Собрались. Го запушим блу. Блу синяя. Ты два самый сильный тавер. Про Т4 или что там, Т5 забудем. Нифига себе, ты пультанул, конечно. Нехило. Не, это больновато. Тут нечего хилить. Я впитывать не люблю. Урон. На этом героя. Но можно собрать его как Магинес. Этот физ лайфстил взять. Оп. Бабах. Он по мне хуком попал. Мистический импульс, мистический. Что бы мне купить? Куча магического урона. Турелька. Магия. Миллион магического урона.
Ладно, закуплюсь как фрик. Фиолетовое, что я хочу купить, тоже непонятно. Можно было заряды взять. Свинка рядом фармит. А, ты два здесь нету уже. Надо блуда пушить. Пять героев. Я просто хотел допушить. Ладно, не хотел допушить, видимо. Unlucky. Можно взять замедление, на самом деле. Замедляющие чары, там скорость бега есть. Хорошая вещь, слышал. Все, у меня все шмотки закуплены. Всякое говнецо. Не, ну я синюю хотел бы доломать все-таки. Я доломаю, мне пофиг. И сделаю это. Или не доломаю все-таки. Unlucky. Не доломаю. Команда на фиолетовый собирается. За респект драка? Или за что-то конкретное? Бабахнул. Бабахнул я реально респектабельно, конечно, в конце. Гореть, Айви, гореть. Что, можно что-нибудь сломать? Как вариант, не? Зарядочка прошла, отлично. Все. И сваливать. Машина в лейт вышла. 15 слотов есть, по факту. Все есть, все дома. А может на перекбурст? Попробовать. Там и боезапас будет. Все, что надо, мне считай. Оп-оп. Так, я умирать в файте не буду. А что делать вообще можно сейчас? Не понял. Файт? У меня ульты нету. Как для файта. Спирит мощь. Баночка, это хорошо.
Пока хз, что делать здесь. Пока без идей, да. Магинес там вроде пушит. Ладно, и с ней справится, я думаю. Выглядит так, как будто я могу пойти спушить быстренько синюю линию. Вроде души я не теряю за это. Да, теперь сваливать. На желтой линии теперь последняя осталась. Пурпл. Учитывая, что нас меньше. Сюда вообще идти. На карте не видно никого. Виндикта наша. Ну, по ощущениям, сейчас здесь что-то жесткое будет. Да, я не понимаю. Файт как-то строится странно. Я не вижу врагов вообще. Типа я бегаю по файту, но я их вообще не вижу. Офигеть. А 800 рублей его или? А, тиммейт забрал. Мне, кстати, тип очень много хп снес соло. Супер спокойно. А, на вампирик бурс возьму, как хотел. Там посмотрим. Урон от пуль. Оп. Что, тут файт какой-то? Ладно. Ну, токсик пуля. Вместо чего? Вместо чудовищных патрон? Боезапас мне пока что нужен. Взять можно хоть титанический, не знаю. Этот боезапас. Оп, 48% боезапасок. Доломали, молодцы. Ух ты ж, здрасте. До свидания. Всего наилучшего. Это капец. Что, типа тут зафармить, нет? Скорее всего, да, конечно, но пофигу. Мне как бы тоже нетворк какой-то нужен. Пошла, сдохла что-то. 6 зрителей в 4 часа ночи, пон. Проснулись, ребятки. Мне что надо для файта хорошего? Ну, вампирик бурс я взял. Токсичные пули тоже есть. Ой-ой-ой-ой.
Это он мне на своей эти турельке наслал. Опа, все. И нету этого героя больше. Метал скин себе парень взял. Титаник магазин хочу, короче. Много стрелять. Очень. Хотя, блин, учитывая, что у меня две шмотки, конечно, на этот. Ладно, у меня две шмотки на стрельбу. Списание тебе нафиг не нужен. Списание, что? Сатаник. Нормально. Оп. Пацаны на фиолетовые файтятся. Кто-то на синий, кто-то на фиолетовый. 800 рублей теряю, если сдохну, поэтому нельзя умирать. Такс. КДР, отлично. Ух ты ж, я хочу это забрать. Да, сюда бы курсу, конечно, было бы неплохо купить. ВКБ надо, значит. Нас тут трое, враги весуются, их тоже будет трое. На медбосс хорошо. Что за звук? Дамажить, дамажить мидбосса, дамажить. Жестко дамажить. Так, сульты нету. Оп, забрал. По звуку. Чисто по звуку реакция. Надо прям засекать звук. Пойдет по этой штуке или нет? Не, как будто по огню не шел, парень. 8900. Следующий выстрел в голову давай. Больше дэмэджа, как говорится, да, вагончик? Я как будто не уверен вообще. Надо Титаник магазин брать все равно. Пойду куплю. Вообще без него впадлу играть. Без Титаника. Сори. А, всего 20 пуль добавило. Хороший магаз. Ладно. Были отвлечения и поехали. Не понимаю, где файт.
О, денежки, отлично. Деньги это мы любим. Четыре героя мертвых. Дамажить быстренько, дамажить. Что, турель? Оп. Нифига себе. Это что еще за шляпа? Надо захилиться. Хорошо забрали. Неплохо перезарядилось. А он хочет меня типа хукнуть? Отлично. Дальше дамажить. Не, вот это вот больновато, кстати. ГГ. Ну, в этот раз дамага намного больше. А насчет сатаника, что он плох, мне кажется, все-таки не так уж и плохо. Вот этот дополнительный боезапас довольно приятно. Вообще пуль надо очень много. 23 тысячи по ключевым целям. Вот это по-нашему, вот это хорошо. 23 тысячи. И фантомка тоже ломала. Ассистов 11 штук у троих типов. Ассистенты чисто. Это мы, да. 22 по героям. Ну, по героям, ладно, там 35. У Венедикты героев убивала. Ну, урон от пуль, понятное дело, у меня тут в этом билде. Кстати, тление на втором месте уже. Урон от пули тление. Когда дали возможность играть как надо. Токсик пули, что-то 1300. Ну ладно, они хилиться не дают из приятного. Так что пофигу. В них смысл тоже имеется. Красота.